Бесланская трагедия 2004-го навсегда в памяти миллионов россиян. Тех, кто переживал и ждал. Тех, кто больше никогда не смог обнять близких. Каждый год в сентябре вспоминают жертв терроризма. Миротворческую акцию провели и в Курском государственном медицинском университете. Обсудим то, что сложилось. Призовем к бдительности, потому что на самом деле безопасность каждого из нас в собственных руках. Ну и, конечно же, поблагодарим службы, которые сегодня беспокоятся о нашей безопасности. В Курском государственном медицинском университете обучаются 8500 студентов. Почти 30% из них иностранцы. Граждане 42 государств. Живут дружно, с уважением относятся к традициям друг друга. Данные мероприятия очень важны, очень важно осуществлять какие-то профилактические мероприятия, рассказывать историю молодым людям, чтобы не забывали о данных негативных явлениях, о вот таких знаменательных датах, чтобы не допустить их повторения. Как безвинные души взлетели белые шары. В память о жертвах террористических актов их отпустили в небо студенты и преподаватели КГМУ. Кристина Горлатых, Алексей Еременко. События дня.